This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. Let the sky fall and it crumbles. We will stand tall, we'll face it all together. Let the sky fall. Всем привет! Для тех, кто с нами недавно и не знает, кто я, меня зовут Барсуков Андрей, инстаграм мой будет вот здесь внизу, и мы сделали то, о чем у нас очень давно просили. Мы постоянно читали комментарии: Андрюха, когда вы сделаете полноценный тест на Mazda 6 2.5 турбо? И мы его сегодня сделаем, причем по максимуму, то есть мы пройдемся и по салону, и по двигателю, расскажем про новые крутые технологии Skyactiv, вообще зачем они нужны и что они нам дают. Помимо этого, естественно, мы сделаем замеры автомобиля, асфальт на трассе более-менее сухой. Ну и помимо этого попробуем погоняться с каким-нибудь автомобилем, у которого динамика 100-200 в районе 20 секунд. Как вы уже поняли, автомобиль у нас тест-драйва, который нам предоставил салон Ring-M Белгород, за что им отдельное спасибо. И они также просили напомнить, что в декабре у них новогодние акции, и машины будут стоить чуть дешевле. Возможно, какие-то скидки, там какие-то подарки и так далее и тому подобное. Кому интересно, приезжайте. На этом все просьбы автосалона кончаются, поэтому сегодня это будет именно, как обычно у нас и бывает, полноценный честный тест, то есть про недочеты мы скажем, про какие-то плюсы мы также скажем. Мы уже покатались на машине немало, уже успели ее и померить, и погоняться, и сложилось определенное впечатление. Я скажу сразу, есть за что ругать, есть за что хвалить. Первое, о чем хотелось бы сказать, это технологии Skyactiv в двигателе. Что это такое? Там на самом деле очень-очень много нюансов, доработок, улучшения смазки, изменения поршневой группы, изменения выпускной системы, впускной, новый впрыск. Короче, там на час разговоров, поэтому коротко и ясно. Степень сжатия в моторах 2 литра 150 сил 14, 2.5 мотор 190 сил 13, в турбовом 10,5, если я не ошибаюсь. Сколько степень сжатия? 14? А как же Honda? Ты что, намекаешь на то, что Honda говно? Если вы не понимаете, как выглядит новая поршневая группа у Mazda и насколько они сильно извратились, то вот, пожалуйста, картиночка. Помимо этого, вот у нас здесь Skyactiv G, то есть турбированный двигатель, но я хочу еще немножко сказать про обычный Skyactiv. То есть они там поставили новую систему впрыска, они поставили новую систему выпуска. То есть ребята на стандартные заводские машины уже ставят равнодлинный выпускной коллектор, который, естественно, увеличивает и улучшает продувку. Но так как у нас здесь турбированный автомобиль, то коллектор, естественно, коротенький, турбина, вон она стоит сзади. Для чего это все нужно? Естественно, это все нужно для экологии, экономии топлива, ну и вроде как для более приятного разгона. Здесь у нас автомобиль, который не является спортивным, и с завода на 6-ступенчатом автомате он выдает у нас 7 секунд до 100 км в час. 1.6 турбо, и жрет меньше, и лучше, и корейцы вообще вещи делают, понял? Но не стоит забывать, что это именно комфортный автомобиль для повседневной езды, а не пушка-гонка. Хоть здесь и поменяли передаточные отношения относительно атмосферных собратьев. Что бы хотел сказать про подвеску и тормоза. Тормоза удовлетворительные, но гораздо лучше, чем на Toyota Camry. Когда я ездил последний раз на Camry 3.5, она очень паршиво тормозила. И помимо этого, подвеска на Camry была прям такая ватная-ватная. Ну то есть прям вот руль крутишь, и ты не понимаешь даже, куда у тебя колеса выкручиваются. Настолько она какая-то медлительная, плавная. С одной стороны, возможно, это хорошо для некоторых людей. Для меня нет. Мне больше нравится, когда я чувствую автомобиль. И вот здесь я хочу сказать, что ну не прям там спортивный автомобиль, да, но подвеска уже сбитая, приятная такая. По крайней мере, ты понимаешь, куда ты выкрутил руль и куда стоят колеса. Мы обещали вам замерить автомобиль от 0 до 100 и от 100 до 200. Поэтому мы сейчас поедем, наверное, постараемся спустить колеса для улучшения зацепа и поедем уже на асфальт для того, чтобы померить 0-100. Ну, я думаю, что все равно рекордов мы не побьем. Если бы мы были в Москве, мы бы сейчас могли сделать очень просто. Достаем телефон, заходим в Telegram, чат-бот Entry.sto, ставим там шиномонтаж, выбираем Mazda 6. Непосредственно включаем геолокацию и по геолокации смотрим максимально близкую к нам шиномонтажку. Едем туда, вуаля, Записались, все сделали с телефона, не тратя лишнего времени. Но, к сожалению, на данный момент ребята работают только по Москве и Московской области. 370 проверенных сервисов. Причем, видел в комментариях, ребята писали, что типа да, удобно, круто и очень хорошо, потому что в Москве сервисов немерено, а вот проверенных хороших очень мало. И здесь НТСТО вам поможет и сократит ваше время в поиске действительно проверенных сервисов. Сейчас сделаем замеры на драге. Попробуем сделать 0-100, но, скорее всего, результаты будут не совсем правильные, потому что скользко все-таки. И попробуем померить 100-200. Я думаю, что будет секунды 24. У нас стандартный GTI 6, если я не ошибаюсь, ехал 20-21 секунду, 211 сил. GTI 7 был на секунду где-то быстрее, то есть он уже ехал 19-20. Посмотрим, как поедет Mazda. 230 сил, 2.5 турбо, Skyactiv технологии. Раз уж у нас это полноценный тест, и я хочу заметить, что на машине пробега 500 километров, именно поэтому тут даже еще пленку не везде сняли. У нас получается салон очень приятный. Какая разница, какой там салон? Там 2.5 турбо, и он едет 7 секунд до сотки. Да там и расход, небось, литров 16. Это вообще никому не интересно. Отделка приятная, помимо этого продумана. То есть у нас нормальные дверные карты с нормальным местом под бутылочку, еще что-то можно положить. Опять же, ручки, вот как мы где-то замечали, что они сделаны так, что сюда можно что-то положить, и оно не провалится. Например, мой разбитый телефон. Вот. Помимо этого в подлокотнике два полноценных места под стаканы, обогрев сидений и вот здесь вот лючок, куда мы можем положить телефон и вставить его в USB-шники на зарядку. То есть о задних пассажирах подумали, это нравится. Помимо этого вот банально плафон, он стоит в удачном месте, потому что у многих плафон стоит вот здесь сзади. Затылки освещать или что, я не понимаю. Здесь продумано. У нас, кстати, люк есть в машине. Его надо открыть, чтобы больше света было. Пошли, посмотрим, что спереди, и начнем чуть-чуть ругать. Дверные карты выполнены у нас очень интересно. То есть можно посмотреть и увидеть, что вот эта часть панели, она заходит внутрь двери, это все подогнано красиво, приятно. Опять же, нормальные ниши, кнопочки стандартные, ничего нового. Центральная консоль выполнена отлично, то есть, опять же, кожа рожа, все приятно, все нормально. Здесь у нас алькантара, и получается, что тут все удобно, все нужно, но... Мы подобрались к тому, что мне не понравилось. Не понравилось мне мультимедиа. То есть мы включаем, мы смотрим на экран и не видим ничего, вот скажем так, не то что даже нового, а чего-то, ну, прям необычного. Потому что это 2019 год, а я вижу, ну, 2010, грубо говоря. С другой стороны, у японцев всегда было с этим не очень. В целом дисплей качественный. Навигация. Ну, навигация, вот мы сейчас сюда ехали, я поругался, потому что... Это уровень 2000-х годов, конечно. Но она есть хотя бы. И вот, помимо этого, когда вы едете за рулем, у вас есть проекция. И проекция, кстати, крутая. Вот проекцию я очень хочу похвалить, она очень крутая. Она показывает, есть ли машина сбоку. Помимо этого, тут есть Line Assist. Она, опять же, показывает вам на проекции, что вы там начинаете пересекать полосу. Руль сам начинает аккуратненько вас возвращать на место. И помимо этого, за счет навигации вы видите, во-первых, ограничение скорости, которое здесь, где вы едете, работает. И помимо этого, даже если есть знак «Обгон запрещен», он тоже высвечивается цветной и очень качественный. Вот проекция крутая, выше всех похвал, я давно такого нигде не видел. Очень удивлен этим. В целом эргономика хорошая. Материалы хорошие. Кто-то скажет, что мы там где-то что-то про мультимедию не сказали, может, не договорили. Ну, я ей особо и не пользовался. То есть она тут обычная, простая, без наворотов. То есть все просто, все приятно. Автомобиль для повседнева, а не для выпендрежа. Ну, бардачок маленький, но это стандартный. Зато багажник. Багажник. Кстати, пошли к багажнику. Первое, с чем мы познакомились, первое, что мне не очень понравилось. Я привык, что сейчас везде стоят упоры. То есть он сам открывается, сам закрывается, в салоне кнопочка, фиг вам, а не кнопочка. Фиг вам, а не кнопочка в салоне, пачкаете руки, и он сам не поднимается. То есть ручками подняли, но пока ничего больше не показали, немаловажно. Он закрывается без грохота, очень приятно. И в целом шумоизоляция в автомобиле стала, знаешь, намного лучше. Мы ехали, мы вот прям отметили, что в машине реально тихо. она тихая, она приятная, вот на ней просто хорошо ехать, там 60-90, смотришь на ограничения и едешь. Гонять не хочется совсем. Так, багажник. Багажник у нас есть большая проблема. То есть вот видно, что он длинный, тут наши вещи всякие. Он длинный, но он узкий. И за счет этого, вот если у вас есть 2,19 баллона, и вам нужно поехать на шиномонтаж и переобуться, сюда влазит только один. То есть их никак не положить два, это невозможно. Такая же проблема присутствует в Audi A6. У меня просто у отца Audi A6, там тоже невозможно в багажник положить два баллона. Потому что вверх никак не ложатся, очень высокий пол, и в бока она тоже узковата. Сейчас попробуем заехать с вот этой вот чистой Audi Q3. Это Stage 1 от компании APR, 260 с лишним сил, 120 секунд в среднем у автомобиля. У Mazda чисто теоретически плюс-минус, может даже минус. Проверяем, без брейкбуста, без ничего, просто с газа, на 3 сигнала, как обычно. Что за неуважение к подписчикам? Ты хоть бы тачку помыл. Блин, просто жесть. Мне на 5500 надо переключаться, получается, на второй. Очень долгие переключения. Так, ладно, не будем пачкать автомобиль. Заезд с 80, 3-я передача. Все то же самое пробуем. Оба. О, уже чуть-чуть интереснее, но он догоняет. Она быстрее. Хотя я бы не сказал, мы его тоже начали догонять. Из-за разницы в передаточном числе. Это вот как у меня с Тигуаном было. Вот так вот. 90 разгоняемся где-то сейчас. А, сотни хочет, отлично. Сотни вообще красота. Да нет, смотри, сотни он прям пошел. Я его не догоню уже. То есть у нас получается самая оптимальная скорость это 80. Ну что у нас получается? У Audi 260 с небольшим сил, вес плюс-минус равный, аэродинамика, конечно, разная, резина, естественно, разная, много чего разного, она еще и не мытая, но проиграли, да? Проиграли без вариантов, то есть было видно, что автомобиль уходит. И дело даже не в обкатке. Нужно просто добавить сил. Как мы можем это сделать? Ну, самый разумный и простой способ, так как автомобиль новый, гарантийный, мы можем зацепить на него гантюнинг, на который сейчас, кстати, 25% скидка. Сайт мы оставим в описании. И для скептиков сразу скажу, я на своей машине до сих пор на нем езжу. Мы его мерили на диностенде, мы гонялись с огромным количеством разных машин, и на стоке, и с гантюнингом. И мы показывали миллион раз, что он работает. Поэтому можете посмотреть наши предыдущие видосы, мы всегда показываем, что это действительно работает. И в этом случае сделаем то же самое. Если мы наберем около 100 комментариев относительно того, что затестите Mazda 6 2.5 Turbo на гантюнинге, мы это сделаем. Когда, естественно, позволит погода, потому что сейчас вот у нас хоть как-то сухой асфальт, а потом этого может и не быть. Мы договоримся с дилером, либо найдем такую машину уже кем-то купленную и обязательно затестим. Но для этого нужно 100 комментов. Просто пишем комментарий Mazda 6. А вот теперь хотелось бы немножко поругать. Ну, как бы, тут ничего такого, без этого жить можно, но раз это уже есть, почему на машине за почти 2400 мы видим такие ужасные камеры? То есть вот у нас камера 360. Можно постараться понять, что на ней происходит, но, во-первых, можно было как-то красиво машину сюда втречить, так как, ну, просто мы рубили топором. Не очень прикольно. Помимо этого, вот у нас камера, получается, либо заднего, либо переднего. Они тут без разницы, качество. А вот он у нас задний, вот тут у нас передний. И проблема в том, что качество, ну, Siemens A50 на полном серьезе, то есть его просто нету. И это немножко не нравится. Также мы видим здесь у нас дисплей офигенный, TFT, круглый. Очень интересное решение, но, допустим, мы включаем спорт-режим. Он должен стать красным, красивым, стрелочки должны как-то круто засветиться, машинка там, не знаю, должна стать красной. Это, кстати, Line Assist. Без разницы. Я включаю спорт режим. Это все, что происходит. На полном серьезе. Это вот все, вот. Просто вот эта надпись, да. То есть, ну, хотелось бы немножко большего. Управление климат-контролем крутое. Вот я до этого в Toyota хвалил и сказал, что очень крутое исполнение, потому что кнопочки все рядом, ты их легко нажимаешь, легко все крутится, все понятно. И вот да, здесь то же самое, то есть все очень круто, понятно и удобно. Даже банально диск вставлять, вот он. Не надо никуда тянуться, не надо мучиться. Естественно, мы не будем рассказывать про такие вещи, как датчики слепой зоны, ауксы, блютузы там, и так далее и тому подобное, потому что в современных машинах в 2019 году это, в принципе, есть везде. Так же и здесь. Это есть. И вот сейчас хотелось бы сказать именно про ощущение от самой езды на автомобиле. Подвеска в меру жесткая, то есть на ней приятно. Я понимаю, как бы, что у меня происходит с автомобилем. Нету вот этой дикой расхлябанности, ее вообще нету. И что особенно хотелось бы отметить, шумоизоляция. В машине реально тихо. Тихо и приятно, хотя раньше Мазды как бы не были такими, они были достаточно шумными автомобилями. Здесь же мы сейчас едем, у меня нету ни малейшего желания ехать быстро. Вот мы едем 70, я могу ехать 90, я не хочу. Мне приятно ехать вот так, потому что это машина для спокойной повседневной езды, которая не будет тебя заставлять как-то провоцироваться на какую-то динамику, тратить свои силы, тратить, скажем так, свое внимание на что-то. Это машина, которая просто тебе говорит: нам нужно поехать 1500 на Эльбрус, там, да без проблем, садись, поехали. Тут есть люк, то есть его можно приоткрыть на проветривание, можно закрыть. Давайте попробуем посмотреть, как у нас работает система Line Assist. То есть вот сейчас я начну пересекать сплошную, прерывистую, я ничего не делал, машина сама завернула. Она, видите, прям активно заворачивает. Вот я ее прям толкаю на полосу, она прям активно меня возвращает. Вот я еду на прерывистую, оп, он меня от нее убрал. Оп, оттолкнула от полосы. Еще раз. Отталкивает от полосы. Справа у нас сплошная, отталкивает от полосы. То есть, ну, грубо говоря, не дает улететь с дороги. Но это все работает только, когда есть хорошо видная разметка. Если вам нужно повернуть, вы просто сильнее удерживаете руль, и все, никаких проблем. Поначалу, конечно, немного непривычно, потому что руль пытается вас оттолкнуть от разметки, но очень аккуратненько. Мне очень нравится логичное изменение дизайна у Mazda, которое идет в ногу со временем. То есть кузов соответствует нынешнему времени и его изменения. Если мы посмотрим на предыдущий, он также выглядит, на предпредыдущий, он выглядит похожим на тот, который был после него, ну и так далее и тому подобное. А, допустим, вот как у нас вышло с Toyota RAV4. То есть изначально Toyota RAV4, которую мы все привыкли вспоминать, там 2000-х годов, она вообще не похожа на ту, которая сейчас. Давайте подытожим. У нас хороший автомобиль с приятным внешним видом, с хорошим дизайном, который стоит 2 300 000, и он хороший именно вот как повседневный автомобиль. Для себя любимого, где коробка не будет парить голову, мотор в принципе тоже высокотехнологичный и интересный. Гарантия присутствует, и многие сейчас скажут: Андрюха, за 2 300 000 можно купить Octavia в фуле на переднем приводе. Кто-то купит Octavia, кто-то захочет купить, попробовать Audi A4 на переднем приводе или Audi A3 на переднем приводе и так далее и тому подобное. Но реалии таковы, что эта Mazda продается лучше, чем все перечисленное, ну, возможно, за исключением Octavia. Octavia все-таки как бы конкурент хороший в плане продаж, но в Octavia не будет, скажем так, того небольшого престижа, который есть здесь. Octavia — это все-таки тачка просто для дедушки-пенсионера. Mazda 6 — это современная интересная машина. И тут хотелось бы сказать и отдать как бы дань японцам из Мазды, то есть это один из немногих концернов, который у нас на рынке давно держится в России и хорошо продается. CX-5 по продажам вообще там бьют все рекорды, скажем так. И получается, что у нас что еще осталось? У нас Toyota еще осталась, которая хорошо продается, и, наверное, на этом все. Subaru у нас немножко в жопе, Nissan у нас немножко в жопе. Что еще я забыл из всех этих ребят-то? Ну, в принципе, какая... А, Mitsubishi в полной жопе, понимаешь? То есть они просто, ну, они пошли очень сильно не той дорогой. И, как по мне, очень жаль, потому что пропали крутые автомобили, пропали Evolution, пропали... Вот был Mitsubishi Eclipse второго поколения, сказка. Продолжайте, старайтесь сделать лучше. Нет, они сделали какое-то непонятное третье, и четвертое даже было, и забили. И зато сейчас выпустили Eclipse Cross. Господи, это сильно. И, возможно, он круто по внедорожью, но, к сожалению, его продажи говорят о том, что в целом этот автомобиль для тех, кто хочет хорошую повседневную машину, не такую, как у всех. 1,6, 8 литров на сотку и 6,5 до сотни. Если вы немножко выросли из 25 лет, не являетесь студентом, тем более барбером, то в целом это именно та машина. Машина для семьи. Потому что если бы вы хотели, как все, вы бы купили или Toyota Camry, или Skoda Octavia. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Всем пока. Поехали. Как вы уже поняли, мы взяли этот автомобиль на тест-драйве, который нам предоставил салон Ring-Auto. Ой, Ring-Auto. Да, Ring-M. Вон, сзади на этом, на крыле. Ring-M, да. А у меня где-то бумажечка была, подожди. Ring-M в декабре, скидки и акции, да. На этом вся реклама в этом видео заканчивается, потому что машину нам... Нет, не так сейчас. Давай. Да, не так, давай. Хоть в турбированной версии на шестиступенчатом автомате и поменяли передаточные отношения относительно атмосферных двигателей. Да ну... Я нормально сказал. Я понимаю. А у меня фары начали стробить. Все, давай. Все, поехали. Так как это все-таки у нас тест полноценный, давайте про салон. Выглядит как у тебя, честно. Хотя это не так. Да мне не честно. Выглядит вот прям посадка такая, то что на колени вверху, ты это не исправишь. Все, вот так нормально. Сейчас нормально. Все, не надо. Все. То есть они поняли, что влазит только один баллон, можно дернуть вот эту штучку, и сидушка упадет сама. Да, но она упадет не вровень, она будет немного торчать. Давай посмотрим. И вторую тоже надо тянуть. Ничего не происходит. Их надо, наверное, пойти потянуть. А, это мы просто разблокировали. Да не, вровень почти, что ты. Смотри, практически вровень упала. Нормально. Но есть вторая проблема, то есть высокий пол, и за счет этого вы видите, что вот эта вот часть, получается, задней полки, она низкая. То есть вот у нас раз коробка, два коробка, все. Два колеса вместе, опять же, никак. И вообще, в целом, Mazda это тот концерн. Да. Этот концерн. Да. Быть немножко индивидуально как-то, немножко другим, а вот. Опять убирает. Сейчас будет прерывисто. А он ее уже не увидел, банально, потому что в России у нас что? У нас разметки нету. Все смотрят. Ой, что там такое интересное? Что за марк? Давай. Чукурам? Сейчас только подбегут автограф взять. А, не Гурам. А, не Гурам. Ну иди на. Давай. А вообще у нас повесили что-то около 500 камер модулей контроля средней скорости по всему Белгороду вокруг. То есть такие типа вы не уйдете от штрафа. Поэтому Игорь не моет машину. Из-за чего не могли ехать с Audi. Мы нажимаем. Все, вот оно. То есть я после 5 500 почему-то попал в отсечку. Хотя вот сейчас третью я докручу до 6 спокойно. Смотрите. Никаких проблем. То есть, ну, нюансы автомобиля, которые узнаются, к сожалению, не за час. А мерился ты, блядь, нормально? А мерился я полностью в автоматическом режиме. Все включал нормально. Я вообще даже давал машине шанс поехать быстрее. Я ехал сразу с 4-й. Почему? Потому что 3-я кончается на 110. И нет смысла ее крутить в 110, потом переключать. Автомат не самый быстрый, поэтому я сразу замерялся на 4-й. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe them. Swept away, I'm stolen.